Ночью посреди пустой площади повстречались зачем-то две лошади. Вот они стоят, ушами придут, не мешают ночи ворочаться, вроде правильно себя ведут, они знают, чего им хочется. А над ними луна то вылупится, то обратно в сумрак укутается, словно птенчик боится вывалиться, под ногами у них запутаться. Ясно, чем она озабочена, тучи ведь нет-нет, да рассеиваются. Небо все такое непрочное, будто звезды стали отклеиваться. Есть в этом что-то такое, 23-го должны девочки поздравить, как девочки поздравят, так мы их 8-го. Ну, все же, да, знают, что оно как-то так часто работает. И вообще это как-то вот то, что отношение друг к другу диктуется датами, это печально. И хочется, чтобы было не так. Хочется, чтобы мы мужчин уважали каждый день. Чтобы мы знали, что они достойны нашей любви каждый день. Хочется, чтобы мы вели себя подобающим образом с ними каждый день.
И то же самое, конечно, хочется и чтобы женщин воспринимали как женщин. Не потому что 8 марта, а просто вот женщина. И неважно, сегодня она накрасила глаза или нет, и встала она на шпильки или нет, она женщина. К сожалению, это утрачивается у нас в последнее время. И несмотря на то, что сегодня не 23 февраля, я все-таки прочитаю это стихотворение, которое для мужчин написала. Нет, надо попрочнее поставить. Ища замену истинам вчерашним, все реже дамам открывают дверь. Мы тоже не сидим в высокой башне, поскольку мир безбашенный теперь. Другие ныне здравствуют драконы, циничная охрана крепостей, где пишутся бесполые законы убийц наших будущих детей, где псевдомиром правит псевдоразум, над честью насмехается позор. Паук огромный с треугольным глазом плетет свой омерзительный узор, сканирует расставленные сети, где жертвам охмуренным нет числа, уверенный, что на его планете никто не одолеет силу зла. Где витязи кудрявые в кольчугах, где мастера, кующие мечи, где ныне знаменосцы, трубачи, в каких потехах и в каких досугах? Богатыри, подобные Руслану, герой Ратмир, Илья Тяжеловес, покоятся в былинах и романах. Я вам секрет открою, все вы здесь. Наш вольный дух, надежа и опека, вы здесь, сейчас, вот в этот самый миг. Расправьте плечи, поднимите веки, услышьте вечный зов, безмолвный крик. Вы нам нужны. Не жалкие позеры, партнеры, компаньоны, мишура. Вы нам нужны, герои, фантазеры, строители и воины добра. В сегодняшней войне вы все солдаты. И снова в наш технологичный век мы верим в вас, невидимые латы. Мы любим вас, незримый оберег. Вам говорят, мельчают поколения. Прошу, забудьте сей коварный бред. Сражайтесь здесь за каждое мгновение. Есть только вы, другой защиты нет. Армагеддон или гора Мегиддо.